Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем проходить Берсерк и Банда Ястреба. Ну что же, выбираем Гатса и вперед к покорению новых вершин. Так, а это что у нас такое? Поле мечей. Это что за новости такие? Так, опять они тут бормотушки у меня начали, как обычно. Да и поговорить, как говорится, хлебом не корми. Так, Рикард, давай завязывай уже тут бубнить. Я бы, ребята, если честно, пропускал бы эти все разговоры, потому что они, сами видите, на английском, но мало ли кто-то из вас знает английский язык, и будет интересно самому почитать, о чем они тут говорят. Я бы, конечно, мог бы здесь импровизацию включить, но неохота мне. Так, а у нас, смотрите, ребятушки, опять воры, как обычно. Ну что же, давайте крошите. Миссия началась. Так, давайте, ребят, подходите. Кучнее, плотнее. Да что ты там, родной, говоришь-то? Иди сюда, где ты там прячешься-то у меня? Сейчас получу я, Let's move. Так, Пух, молчи, тебя никто не спрашивал. Ты смотри-ка, что сделал, скинул меня. Ну ладно, ребята, вам же будет хуже. Вы прекрасно знаете, что без коня я хуже любого чудовища. Вот это вот называется всех отправить под откос. Просто вертушка. Вертушка, ничего. Все очень замечательно. Так, миссия обновлена. Ага, понял. Надо идти повыше. Так, дайте я вначале вот этого охламона добью. Он меня нервирует. Отлично, добил я его. Какие же великолепные мы делаем комбо-удары, а? Ух ты! Так, вроде почистил, да? Да, все, почистил. Не ори там! Пресный. Так, я смотрю, там лидер подтягивается. Ладно, прибежали опять. Еще два лидера со своей шайкой-лейкой. Ну что же, давайте проучим их. Так, у меня там как с яростью-то? Пока кисло, да? Я, если честно говоря, думал, что мы уже людей-то и не увидим, а буду драться чисто с демонами. Но я ошибся. С одной стороны, это хорошо. Людишки, это тебе не монстры. От них я прекрасно знаю, что можно ожидать. Ну все, 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 гад, успокойся. Успокойся, говорю. Вот разошелся, а парень, не на шутку. Поехали. Гатса тоже хлебами кормить, дай помахать мечом. Так, ну что, кто у нас здесь, я не вижу. Ага, сзади кто-то. Опять лидер, что ли? Ну давай, лидер, подходи тогда сюда, будем с тобой общаться по душам, как говорится. Ага, вот ты. Вот это было замечательно сейчас сделано. Ну, как-то очень слабенько у него отнимается ХП-шки. Так, понятно почему. Потому что он постоянно защиту себе ставит. Ну-ка, выпусти. Это на дорожку тебе. Да что ж такое-то, а? Так, ребята, а суть-то у меня не лидеров убивать, а 400 вражин подбить надо мне. Понятно все, давайте тогда просто крошить здесь всех и всяк. Что это там варюга говорит вообще, не понимаю. Нарывается, вот это я точно знаю. Так, еще что ли 4? Заткнись-ка ты лучше по-хорошему, а? Не нервируйте меня. Гатс, по-моему, пора проучить их маленько, Миша. Ну, Гатс всегда со мной согласен. На-ка. Так, 196 у нас осталось. Ну что, ребята, пора выпустить вам, наверное, на моей ярости. На-ка, всех.
на покой отправил. Так, ну что, осталось всего сотника. По-быстрому сейчас набьем. Опа. На-ка. Вы просто встали не там, где надо. За что и поплатились. Так, ребята, я вам сколько раз говорю, вставайте все кучнее. Кучнее, чтобы мне было удобнее идти и рассекать вас, а не бегать за каждым. Так, дайте-ка мне поднять. Ага, видим, 30%. Ну что? А, еще четверых надо. Не добил чутка. Летите. Так, миссия выполнена. Но не закончилась почему-то на этом. Так, Пук, ты опять здесь? Пук, Пак. О! Так, еще трое, да что ж такое-то, а? Ох ты какой, прям весь красный в гневе. Давай-ка сравняемся. А? Как тебе? По нраву, да? Я в гневе когда? Этого ты ждал. Я тебе говорил, не буди лихо, пока оно тихо. Сейчас, наверное, ты об этом очень сильно пожалел. Так, у меня ярость накопилась. Можно ее влепить? Ох ты, ты смотри, что он сделал. Ну все, парень. Как тебе мой напалм? Вкусил? Этот там, смотрю, блин. Звездочки все ловит. Ну что? Ты смотри-ка, два раза. Два раза за одну игру. Не припухните, братишка. Вот такой вот сальтон тебе как раз к лицу. Ну что, ребята, победил я все-таки. Ну это, естественно, было предсказуемо. Куда бы я делся? А че ж вы там, щенки-то все побежали? Куда? Эй, блин, а я не могу, ребята, почему-то ничего уже открыть. А подобрать смогу? Подобрать могу. А открыть сундуки уже не могу. Я не могу даже ничего не бить. Ни какие-либо действия делать. И все, что ли, на этом? Хе. Как-то кисленько. Ну ладно. Риккердо. Так, опять мы тут с Риккердом что-то общаемся. Риккерд чем-то недоволен. И в то же время он озадачен. Так, Риккерд, давай как-нибудь покороче, и я пойду на следующее задание. Что там мне показывают? Каска. Каска там все с ума у нас сходит потихоньку, да? А, кстати, действительно, где у нас каска-то, а? Куда ее забрали или похитили? Я что-то так и не понял. Ну, я надеюсь, в дальнейшем нам это все расскажут и покажут. И боссов, кстати, уже давненько не было, я заметил. Я уже прям заскучал по ним. Так, а это что такое? Это что за... Кто это сейчас был? Какая-то крыса, что ли, гигантская? Не успел разглядеть. Или это глюки у него? Да, видимо, это был глюк. Или сон. А, может быть, Года был прав. Ага. Что он был прав? Так, Коркуса тут припоминают. Да, о, Джуда. Жалко ребят, конечно, жалко в свое время. Хорошо они повоевали. И так нелепо пали в этом чистилище. Ну ничего, ребята, я за вас отомщу. Каска, а ты-то как здесь? Ты же еще жива у меня. Тоже на ее голову выпала радости полная куча. Бедная девчура.
страдает. Так, что тут у нас? Так, по-моему, ты уже, парень, повторяешься. Эту фразу я уже видел. Давай, завязывай, гад, размышлять. Я знаю, что ты любишь пофилософствовать. Так, я тебе подошел. Кто подошел здесь? Я же вижу чьи-то ноги. Или опять глюки? Так. Погоди, ага, это опять воспоминания какие-то. Каска, Гриффин, все дела. Ну все, газ, давай. Я думаю, что у тебя уже руки не чешутся, блин, навалять еще пару люлей кому-нибудь. Как, в принципе, и мой джойстик. Уже весь он, бедный, от злости красный стал. Давай, 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 все, завязывай. Прекращай. Да неужели? Так, что-то нам добавилось. А, нам добавилась взрывчатка в арсенал оружия. Ну что, ребята, давайте. Кушан Скоут. Какое-то задание у нас. Все, 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 хорош. Не надо начинать все заново. Погнали. Ну что ты, елки-палки, ну только вот... слов у меня нету, а. Я уже был полностью в предвкушении боя. Они тут начинают хорошие новости, тыры-пыры, трали-вали. Да, все с ним нормально будет, гад. Можешь идти спокойно отдыхать. Точнее, драться. А он пускай идет отдыхает. Все. Святая гора. Ну что ты там опять вспомнил? Албион Темпл. Монастырь какой-то. О чем тут вообще речь идет, да? Да, плохо, что я в свое время изучал немецкий, не английский, а? Да. А моего уровня знания английского не хватает абсолютно. Так, отдельными фразочками, ну это нелепость будет. Так, ладно, все, не можешь поверить, пошли отсюда. Пак еще тут начинает свою историю толкать. Да, да, да. Женщина, она женщина. Каска — это предводитель. В свое время была ястреба, когда не стала Гриффина. Короче, Гац, возвращайся поскорее, как найдешь каску. Ну, это само собой разумеющее, Рикерс. За кого ты меня принимаешь? Ну вот, наконец-то. Так, погодите, а это что такое у нас? Так. Это нам не нужно. Ребята, вы посмотрите, это у нас уже не просто там... Так, я понял, да, взрывчатка. Можно ее бросать. Это у нас уже не просто скелеты, это у нас уже зомбари. На-ка, выпустите. Ого, с одной стороны зомбари, а с другой у нас духи. Ну, тем слаще будет бой, ребята. Так, давайте, давайте. Какие вы безобразные все. Да, точно. Зомби. Откуда они тут взялись? Не, ну я, в принципе, уже ничего тут не удивляюсь, да? Тут уже кто у нас только не было. И демоны, и мертвецы, и призраки. И еще, как я там, не знаю даже, как их назвать. И лошади, демоны. И деревья эти, мутанты. Сейчас вот, на тебе, новый вид зомбарей. Так. А ну-ка, гад, покажи-ка им. Ага, вот дерево мутант пришло. Только о нем вспомнил. Что-то какое-то крепковатое оно, ребят, вам не кажется? Ну-ка, выкуси-ка. Опа. Какой классный был замах. И все, что ли? Хе-хе.
Одного удара было достаточно, точнее супер удара, чтобы снять защиту. Сосунки. Пак, ты бы лучше что-нибудь делал, а не летал там без дела. Так, замечательно. Так, мне сюда нельзя пройти, почему? А почему? А, ну тут же какие-то вон. Нельзя туда пройти, в общем, надо идти стороной. Так, очередная философия пошла. Какую-то мы башню идем. Ну, до башни, я думаю, нам еще далеко. А цель, до которой нам надо дойти, практически близко. Ну что ты застрял там? Так, давайте откроем сумку. Так, полностью жизнь восстановлю. Каска, я тебя спасу. Ты держись. Ох ты, а тут что такое? Миссия обновлена. Ух ты, красота-то какая. 200 мертвецов надо убить. Точнее, зомбарей этих. Интересно, а курс и спирит переводится как? Нежить или как? Никак... Ну не демоны, это точно. Нате. Вау. Под откос всех. Так, осталось всего 9. Ну где вы там? Вот она, партийка. Так, а это что у нас тут? Дерево, лошадь и какой-то чумной главарь. Давай, 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 подходи, подходи. Ага, чумного главаря вижу, дерево тоже подкрадывается. А где же эта лошадь-то наша? Угрюмая. С такой физиономией, что плакать охота. Вот она, прискакала. Кося, давайте-ка по-быренькому накопим на супер удар себе и отправим их в преисподнюю одним ударом. Ну что делать, а? Все, надеюсь на этом. Они отплясали свои песни. Лошадь, да, вот дерево еще жило немножко. Все, надеюсь. А нет, лошадь-то вон, смотрите-ка, стоит хромая. На, выкуси. Так, и мы продвигаемся далее. Так, открылись у нас эти ворота. Так, наступило утро. Ага, и опять вышли воры, да? Значит, ночью у них правят демоны, а, соответственно, утром воры. Ну, днем, утром воры. И, кстати, я так понимаю, что, наверное, хотя, может быть, я, конечно, и ошибаюсь, должно быть затмение. Иначе как мы будем воевать с демонами на земле? Одной ночи не будет достаточно. Так, а это у нас кто такой? Апер. Так, новый парнишка. Ну-ка, давайте посмотрим, что это за паренек. Идите сюда, хламоны. Даже не хрюкайте там. Так, а где цель, которую мне нужно защитить и спасти? Я ее не вижу. Как хорошо мы косим. Ага, вот она появилась. Так, Исидро. О, я уровень получил. Это радует. Ты такой-то парнишка, что ли, там? Так. Я что-то не успел разглядеть маленько. Или карлик. Ну давай, давай. Что-то появился и куда-то исчез опять, а? Где он бегает? А, вот он. Кто ты такой? Не пойму я. Мальчуган, что ли, какой-то? Ну да, вроде как мальчик. На карлика он не совсем похож. Да, Исидро. Какой-то парень.
Это я сейчас так понимаю, у меня... Ох ты! Бакирака явился! Ё-моё! Мы же главаря так и не убили в тот раз. Проснулся у нас. Кушан. Да что ж такое-то? Ай, точно, я же вспомнил. Они сейчас тут будут своими пинками меня нервировать. Иди сюда. Своими подсечками сейчас будут делать. И тем самым не давая мне шанс атаковать. Успокойся там, иди он. В уголке постой. Слушайте, а кто там босс-то у них главный? А, Силат, если не ошибаюсь. Да, у них Силат главнокомандующим является этой Шайблейки. Ну, его здесь почему-то нету. Ох ты, это что такое было сейчас? А, это он хотел меня ударить. Так. Ну, иди сюда, последний баки... Барикама, или как-то там, блин. Ну, туда нажал немножко, ладно. Простите. Все. Ага, все. Тут еще вон сколько целей появилось, ё-моё. Ну, успокойся ты уже в конце-то концов, а. Так, дайте мне этот заряд. И я уже с вами буду говорить совсем по-другому. Надеюсь, выпустите напалма. Тысяча убийств. Довольно быстро их набил. А суть-то здесь в чем? А, уничтожить Бакираку. То бишь это всех надо убить, я так понимаю, да? Не только главарей. Юркие гады. Ну иди сюда уже, надоел. Все, отдохни-ка. 1000 золотых. Ну вроде как все, да? А нет, еще один. Перфект. Так. Бакираку мы уничтожили. И Сидра что-то обрадовался. Но я знаю, что это уже идет вторая часть манги, и все эти персонажи там есть. А вон и Силат, ребята. Неужели мы сейчас будем с ним драться? Страна Оракула, что-то там он прошуршал. Так, ну что, ребята, с победой нас! С уровнем, нет, уровень, наверное, нам не дадут. Мы во время боя получили. Да, чуть-чуть нам хватило. Так, забираем этот камень. Бихелит у нас только один был. Ага, очередная заставочка, ребята. Мальчик-рыцарь. Я не могу понять, почему этот пак... То в человеческом образе, то в образе какого-то непонятного существа. Почему именно так он меняется? В зависимости от чего? И Сидор аж опупил, бедный, увидев эльфа. Вот, сейчас опять нормально. Непонятно. Или он для нас такой, а для остальных он выглядит в форме... плюшевые игрушки. Так, что там у тебя? Твой меч, что-то там. Ты мечник? Озадачили Исидра. Да. Да, такой заскромничал парнишка-то. Ну что ж, надеюсь, ты не врешь. Эй, подожди меня. Так, ну что, ребята, теперь я смотрю, к нам присоединился Исидро, и мы начинаем следующую главу.
Интересно, а Сидра тоже можно будет выбирать потом или нет? В плане бойца. Так, мы повстречали скелета рыцаря. Давненько мы его не видели. Почему они так все удивляются этому эльфу? А эльф сказал, да, я не думал, что у тебя в друзьях есть демоны. Да, эльф, есть, к моему счастью, и этот демон мне в свое время очень сильно помог, когда вытащил меня из преисподней, меняя каску. Так что это тебе на будущее. Ну и на будущее тем, кто смотрит и не понимает, в чем здесь суть. Ну, в общем, тут, как обычно, скелет нас предупреждает об опасности. Кстати, да, посмотрите вторую часть манги «Берсерк». Я думаю, вам будет довольно-таки интересно. Я еще сам не смотрел, но собираюсь. Как же вы тут много говорите, а, ребята? По-моему, пора завязывать с разговорами. Так, появится ястреб. Символ ястреба. Ястреба? Гац, о чем он говорит? Ты понимаешь? Я думаю, что он прекрасно понимает, о чем он говорит. Он говорит о Гриффине. Соответственно, получается, что вся эта нежить в скором времени появится здесь у нас на земле. Ну, а мы тем временем идем кромсать дальше. Кого на этот раз? Ух ты! Со мной даже скелет будет. Так, ладушки. Всех этих духов обратно в чистилище отправляем. А где же это наш? Исидор или как? Или Сидр? Я его что-то не замечаю. Скоро начнется фестиваль. Да, он уже, по-моему, начался. Смотри, какая дискотека у нас тут происходит. Ну-ка, взрывчатку посмотрим. Нормально. Но слабенько. Ох, как хорошо. Так охота прям, чтобы они встали плотненько, вот, тысячами их, и туда просто влететь с размахом, чтобы положить их всех одним ударом. Скелет, ты давай там не бубни, ты помогай мне. Бубнишь там. Стоит там возле стенки, трется что-то опять. О, ярость, это все мое. Так, а тут у нас уже и псы, и мертвецы, и духи. В общем, все отродье здесь собралось у нас. Ну-ка, выпустите-ка. Блин, как-то слабенько бьет эта бомбочка-то, между прочим. Мой напалм, который из руки, он вот этот вот. Куда посолиднее. Так, где там у нас главарь?
Что там у нас? Ага, точно так же есть. Вот он. Что ты там кривляешься? Ага, поставил себе защиту, значит, да? Ну, она тебя не спасет, братишка. Этот мне все дает советы. Скелет рыцарь. Давайте, 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 поплотнее, ребята, поплотнее встаем. Что мне за каждым бегать приходится, а? Так, подождите, тут дух у нас оказывается, да? Так, и цель у меня убить его. Вот это вот называется осень траву. Что ты там, душа? В потемках загибаешься. Ну-ка, выкусите-ка. Опа-на. Отлично. Да я не могу понять, а где цель-то? А, цель-то впереди. Так, она приближается, приближается. И опять этот дух. Или не дух, или собака там у нас. Не углядел маленько. Ага, псина. Как они, смотрю, любят в защиту вставать все. Так, выполнил. Так, опять демон-лошадь, демон-дерево. Где они тут у нас? Ага, один с одной стороны, другой с другой. Давайте вначале дерево закромсаем. Лови гранатку. Опа-на, все-таки достал меня своим корнеплодом, а? Да, этот арбалет вообще никчемный, я смотрю, просто никакого эффекта не дает. Да что ж такое-то, а? На-ка, выкуси напалма. Зараза, а? Так, еще и лошадь сюда доскакала от меня, да? Точно. Два красавца здесь стоят. Так, давайте накопимся в трудах. Ну где вы тут? Так, отлично. Я и уровень получил еще. Хорошо, просто замечательно. Вот это уже плохо. Ну что, дерево тоже конец. Так, опять кого-то уничтожит. Еще одну цель. А, лошадь мы не добили. Ну, теперь-то уж точно добили. А эльфа нашего звать не Пук, а Пак все-таки. Все-таки Пак его звать. Так. Что, опять утро наступило? Ладно, мне это устраивает. Какие-то две птицы на Святой Горе. Так, череп. А? Скелетон дядя. Да. Но наша основная цель — это спасти сейчас Каску. В принципе, у нас все туда пути сводятся. Так что, прошли мы этот... Да, мы прошли этот уровень. 39-й. Немножко не хватает до 40-го. Ну что ж, давайте посмотрим, что нас ждет впереди. Еретики. Это Данзай-но-то, это я. Все, тронь!
Ну а на этом, ребята, я буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующей серии. Не пропусти и подпишись. Всем пока! Can't stop bounce.